Вот проблемы. Следующее уже сообщение с возрастом. 32 года, около полугода, голова как будто в тисках, сдавлена, особенно при ходьбе, онемение ног, покачивание. Назначали препараты, капельные вливания. Ненадолго стало лучше. Сейчас опять голова как в тисках. Посоветуйте, что дальше делать, куда обращаться. Обращаться в клинику Генезис. Обращаться в клинику Генезис. Может быть, следует начать с проведения ультразвукового исследования сосудов. Исключить застойные явления в глубоких венах в полости черепа.